Уважаемые жители Донецкой и Луганской областей, обращаюсь к вам. Сейчас очень острая фаза вторжения России в Украину и очень опасная, особенно для Донецкой и Луганской областей, потому что враг не имеет принципов, не имеет чести, совести, и он просто утюжит, стирает с лица земли города и села и будет продолжать делать это с использованием артиллерии, авиации, ракет. Поэтому огромная просьба ко всем, пожалуйста, эвакуируйтесь, узнайте в районных администрациях, откуда отправляются эвакуационные автобусы, помогите пожилым людям, помогите одиноким людям. Вы обязательно вернетесь в свои дома, обязательно снова будете жить в мирном доме, в мирной Украине, в мирной Донецкой и Луганской области, но сейчас лучше покинуть свои дома ради вашей безопасности, потому что вы можете увидеть в новостях, что происходит в тех местах, которые временно оккупировали россияне. Они просто сносят все с лица земли. Им абсолютно плевать на женщин, детей и стариков. То, что они называют спасением в кавычках, это уничтожение, это геноцид. Поэтому, пожалуйста, ради вашей безопасности эвакуируйтесь.